А это с прогулки у нас возвращается Марта. Марта, ты куда пошла-то? Марта? Марта? Опять пошла гулять. Не нагулялась еще. Когда мы ее привезли в приют, значит, там были одни только кости да кожа. Вот, это даже не высказать. Но задняя лапка, конечно, гуляет, она стоит, не нагулялась. Пошла дальше гулять на ночь глядя. Променаж делает. Ну, пускай гуляет. Вот. Одни кости да кожа были, понимаете, прям полностью был скелет. Выброшенный на улицу, ну, хозяевами-негодяями, будем так говорить. Которые вот так вот с легкостью просто... справляется уже с нужными животными. Старенькое животное, не хочет никто ухаживать. Вот она у нас тут прогулку совершает в вечернее время. Марта, возвращайся. Мы ее Марта назвали, потому что мы ее в марте привезли. Поэтому у нее имя теперь Марта. Она на него отвлекается.